Мадагаскар. У восточного побережья Африки находится Мадагаскар, один из крупнейших островов в мире. Здесь эволюция проявила себя во всей своей эксцентричности. Многие местные виды не встречаются больше нигде. Но самые причудливые существа выходят порезвиться только с наступлением темноты. И наиболее странный из них – этот маленький зверек. Мадагаскарская руконожка. Это ночной хищник, поэтому на охоту он выходит после захода солнца. Кажется, будто он слеплен из частей тела разных животных. Уши, как у летучей мыши, зубы, как у крысы, хвост похож на смесь кошачьего и щетки для чистки дымохода. А пальцы, кажется, вообще ни на что не похожи. Согласно местному поверью, увидеть руконожку к неминуемому горю, невезению и даже смерти. Некоторые местные жители, встретив зверька, даже пытаются его убить. Возможно, именно поэтому он будто показывает человечеству средний палец. Огромные, как лампы, глаза, которые помогают руконожке видеть в темноте, еще больше усугубляют ее дурную славу. Но в отличие от других ночных хищников, его прекрасное зрение играет лишь малую роль при обнаружении жертвы. Его методы охоты настолько же уникальны, насколько и жутковаты. Благодаря длинным изогнутым когтям, зверек бесшумно передвигается в кронах деревьев. Он периодически останавливается, чтобы с помощью своего длинного среднего пальца простучать ствол. Ищет личинок насекомых, которые прячутся в углублениях. Руконожка навостряет свои похожие на спутниковые тарелки уши и прислушивается к любому шороху под корой. Тук-тук. Есть кто дома? Животное замечает малейшее движение и определяет, где его будущая добыча. Пора применить крупные, постоянно растущие передние зубы. Руконожка разгрызает кору и делает отверстие, через которое сможет прощупать полость средним пальцем. Ее большие желтые глаза здесь не помогут. Зверек их закрывает и сосредотачивается на исследовании пустот своим длинным и ловким щупом. В лабиринте ходов под корой ориентироваться непросто. Если личинка сумеет найти безопасный угол, она сможет уцелеть. Но не стоит недооценивать пальцы мадагаскарской руконожки. Их секрет успеха – шарнирный сустав, который позволяет вращаться во всех направлениях. Прятаться оказалось негде. Именно это хищнику и нужно. Ночной перекус. Каким бы несуразным ни казалось телосложение руконожки, каждый орган помогает ей добывать пищу. И вселять ужас в сердца местных жителей.